Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и это 4 бесплатные игры. Первая игра Tenenberg. Это дополнение Verdun Western Front. Очень неплохая игра, но когда идет замес именно 64 на 64, тогда вообще такое мясо происходит. А когда я зашел, вот поиграл каждый сам за себя, там нас было 8 человек. Мы друг друга ходили, искали, и какой-то самый умный там засел в листве и всех убивал. Было очень весело. Очень веселая игра. Потом зашел, получается, там два режима. Я видел, который каждый сам за себя. И вот 64 на 64. Но нас там было 16 человек. И тоже такое. Все позаседали где-то по углам. И сидели, друг друга ждали. Так, следующая игра. Мазит Титану. Получается, вы приходите в город. Заходите в лавку. Покупаете, видимо, ее. К вам заходит кузнец и начинает с вами диалог. Типа, вот, держи меч, продай его, там, выручка, там, трали-вали. Потом приходит ткачиха, наверное. Та ткачиха, которая предлагает свои услуги. Понимаете, да? Ткачиного дела. Ткачиного, да. Ткачихиного дела. Всякие шубы. И оказывается, эта игра есть на телефон. Ну, то есть, это, наверное, с телефона интегрировано на ПК. Как-то бывает наоборот, но... Это с телефона интегрировано на ПК. Потому что я не знаю, кто будет на ПК в такое играть. Вы, получается, наняли лавку, и вы продавец. Вы покупаете разного типа стенды для оружия. Создаете это оружие. Нанимаете людей, которые добывают вам ресурсы. Ну, конечно, как же без доната для ускорения и все такого. Ну, обычная, типичная мобильная игра. Ссылки будут в описании под видео на мобильную версию и на ПК версию. Так, дальше. Сфера древнего разлома. Это типичная дота от третьего лица. Ну, мне так кажется, то что я в доту не играл, но лет 10 назад, когда вот дота там рулила, всем нравилось. Кент мой играл, я смотрел, как он играл. Ну, примерно то же самое. Вот идут волны мобов, какие-то кристаллы, пушки надо убивать и идти до базы. С двух сторон базы получаются. Разные герои со своими скиллами, там как... удары отталкивающие, там телепортации, через пол карты с лазера стреляющие, там, ну, такое. Плюс итемы, которые ты покупаешь, совмещаешь и делаешь еще круче итемы. Но любителям доты должна понравиться. В описании под видео ссылочка на игры. Итак, и заключительная игра Суккуб Пролог. Игра про демона, девушку с сисямбами. Сразу уберите детей от экранов, потому что игра 18+. Там полная расчлененка. Действия происходят в аду. Если бы ад был, он бы выглядел именно так. Девушка со сверхспособностями. Там с ноги она просто все отталкивает. Какие-то там аборигены на нее нападают постоянно. Я так поиграл минут 20. Скажу, приятно играется игра. Очень достаточно, хоть оно и выглядит все ужасно. Такое на любителя, надо пробовать. Если вам понравилась подборочка игр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Розе.